Гол! Пас человек, Рубини поиграть успел. Спокойненько отправляет мяч. 1-0. Бонни, да. Ну и Фред Бонни, один из лучших снайперов сборной Кот-д'Ивуара после ухода. Дрогба. Один из лучших бомбардиров английской премьер-лиги в последнем. И чуть-чуть правее, по сути дела, метил в девятку. Посмотрите еще раз. Хорошо ведь. И опять 2-0. Это вам за папу. Бить пенальти. Удар. Невероятно. Знаете, масса была в серии, когда команды проигрывали после двух ударов. Сейчас у него другого выхода нет. Иначе Кот-д'Ивуар опять проиграет. Это вечное проклятие. Африяква. Очень надежный в игре, но пенальти. Удар спасает Барри. Примером своих. Своего вратаря. Удары в девяточку. Прямо мячик направляет. Кот-д'Ивуар в игре. Очень хорошо пробил. Причем даже если бы вправо от себя прыгнул Брайма, все равно именно тут... Да, не Барри отбил, но как бы то ни было, это не важно. Бубакар Барри перенервничал, похоже, да? То, что там случилось-то? Поскользнулся, что-то с рукой. Кто-то из полевых это вынужден будет. Честь и хвала ему. Вроде бы конкуренты. Все решит. Свисток. Удар и гол. 3-2. Давление было колоса Ганы. Последний удар. Яя Туре. И гол! А Ренар-то не зря показывает. Вот небо помогло, оно-то все видит. Там все видно, оттуда. Мы заслужили все. Удары 4-3. И ведь немножко поехала опорная, по-моему, да. Но как бы это ни было, на качестве удара. А так, глядишь, до Жервини, то все-таки дойдет дело, да? Ему позавчера в день рождения. Соломон Калу. И 4-4. Опять неясно. Тогда в 92-м и 3. О, повезло такая. Но я уже не раз говорил, Агьеманов Баду обычно удар очень сильный. Хотя пробил здесь. Вот как раз и Кола Туре. Удар, гол. Сейчас он забил. Другого выхода нет. Все-таки последний матч за сборную. 5-5. Но опять-таки это защитник. Хотя у него тоже могучий удар. Удар, гол. По разным углам. Хотя, казалось бы, перед ударом мы видели его глаза. Нервничает. Удар, гол, в девятину прямо, а? Хотя в самую паутинку снял. Здесь, ну, похожий удар, хотя не так штанга, как это было 3 года назад. Но, опять-таки, на исполнении. Абдур-Рахман Баба, молодой еще, но очень талантливый. Удар, гол! Ай, ты умница, все получится. Как у Бабы получилось. Не у каждого Бабы такое получится. Удар, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Вот по идее, не хочу сглазить, конечно, но промахи-то именно здесь должны начаться. Потому что сейчас к мячу будут подходить. Удары! Мог взять Барри, мог отбить. А, не... И эта пауза тоже ему не на руку. Это же еще сильнее волнение становится.
У Андреа Ю была другая ситуация. Удар, гол! Уже будут решать вратари. Вот Жервиньо, да. Последний у ганцев. Удар. Этим жестом дает понять всем. Тише, 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 тише. То, чтобы исправиться. Ой. Свой Джон Терри находится. Неужели он находится сейчас и в составе сборной ГА? Круг. Во всех смыслах. Бубакар Баре и Разак Брайма. Удар и гол!